все равно. Зато у меня больше всего выстрелов. Оправдался такой, типа, да? Ну, снайпер-то нам по-любому нужен. Вообще. Сталкер. Как без него-то? Сталкер такой, да, вообще. Поехали. Ну, мешки-то нам здесь прям вообще нужны, конечно. Не, ну а чё? Давай, иди, отвечай, я покидаю картину. Ты поближе-то не можешь кидать? Чуть-чуть. Тебе и так сойдет. Ну, самую малость. Тебе и так сойдет, говорю. Ладно, одну положу. Ну, положи. Положите. Сейчас вот у нас сумка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. О, 9. Нормально. Ну, это я понимаю. Пенинкс, да. 9 пенисов, все верно. Как же мы задолбаемся носить, если сейчас будет раш? А с чего дираж-то будет? Бывает иногда. Не-не-не, облава. Он бывает... Не-не, а бывает только когда, если нас... Облава бывает. Нет. Редко, но бывает. Да перезапуск, да и все, господи. Ну, я понимаю, но тем не менее. Было бы смешно, я думаю. Такой обвал... обвалос, нифига. Блин, я думал, ты мои сюрикены собираешь. Такой чё, нафигел совсем, да, уже царикины собирает. Обвала. Обвала. Я помню, там, кстати, можно было криво кинуть, и картина да. Была оставаться. И он показал... Сумку можно кинуть туда. Сумку туда можно кинуть, да. Лучше не надо. Ой. Я думал, я выкинул. Косой. Что ж, пойдем проверять. Я посажу, ты пока носи. Угу. Ну, можно сказать, что я посадил. Положил. Ну или так. Так, пока с фонариком посмотрю, что здесь есть, какие посылки. Удобно, кстати, у нас хороший спаун этого. Кончик. Деньговоза. Деньговоза, да. Иди давай, сумки таскай. Я посылки ищу. Да срать на эти посылки, ты их не найдешь. Че, я нашел все, уже. Все равно не найдешь. Это уже... Наболевшая тема, мы никогда не смыли. Ну, все равно. Скорее всего, где-нибудь. Такой, знаешь, типа тот момент, как выбесить перца просто за место того, чтобы таскать или искать посылки. Сейчас вот докидаю и встану. Обмоглевшая. Ну что, я в прошлый раз все затащил, все, таскай. Раб. Кого ты в прошлый раз все оттащил? Я затащил, говорю, в прошлый раз не оттащил, ебухой. Кого ты затащил? Картины все сейчас. Читай, я вынес, только ловил. Больше уточать в машину я закинул. Не важно, кто закинул. За как кто? О, они наконец-то сделали, что здесь можно... Да ладно, это неожиданно. В окно можно выпрыгивать? Да-да-да. Они наконец-то сделали окно окном. Какое нововведение. Ну, блин, это неожиданно было, я из него вывалился. Новшество, в рот не ноги. Ну, такое, да. Еще посылочку.
А чё у нас боты ходят просто так, по кругу? Ты хотел в воздухе её поймать, типа, да? Нет. Я вообще не видел, что она летит. Такой, о, что-то летит, что-то летит. То есть, когда подходишь ближе, они оп, появляются. Прыг-скок, прыг-скок. Ты что, типа, помог, что ли? Сука. Ну, я, типа, покидал немножко, и хватит с тебя, и чё? Все равно все не найдешь. Естественно, все не найду. It unreal. Нет. Надо было пилу взять и нет, вниз прыгнуть. Мы находили... А, зачем? А, ты уже вниз. Проход-то есть. Внизу что-то ни одной посылки нет вообще. А, нет, одна есть. Спамнились. Одна есть. Боты вообще обнаглели. Интересно. Деньги получают, главное, на халяву, а помогать тебе не помогают. Слышь, Дэс? А? Сейчас будет самая любимая наша миссия. Это да. Самый кайф, что я могу сказать. Кайф. Напоминание говорит, можете скрыться. Ладно, я добрый. Добрый дядя дезертир тебе еще просто раз помог. Так скажи, просто устал искать посылки. Да не. Ну, все-то я все равно не найду, как мы сейчас уйдем, но... Я стараюсь. Ищу. Это все золото вынести. Да. Не знаю, правда, зачем это все. Ну, врачивка ладно. На Вайндауне. Я не знаю, есть она там, правда, или нет. Нет. Ты уверен в этом? Конечно. Просто ачивка есть закончить Вайндаун. Ну, знаешь, если мы вынесем все золото, это будет эпичнее, не правда ли? Точно с 15%. Ну, ты еще их и не с первого раза убил. А я что-то вообще мимо сначала стрельнул.